Парусный спорт позволяет улучшить не только знания географии, но и истории. Регата Marblehead Trophy была учреждена в 1929 году по случаю 300-летия одноименного американского города. А в этом году уже само событие отпраздновало 90 лет. Гонки проходили в яхт-клубе Санкт-Петербурга при поддержке ПАО «Газпром». Главный приз соревнований, переходящий в серебряный кубок, весь следующий год будет храниться в городе на Неве. Это стало возможным благодаря победе российской команды рок-н-ролла. Экипаж Дмитрия Самохина провел 3 отличные гонки, заняв итоговое 1-е место. Среди тех экипажей, которые участвовали, где-то, наверное, лодок 5-6, которые, в принципе, могут там бороться за топ-3 в каждой гонке. Ну, потому что просто настроенные лодки получше, опыта, может, побольше. И поэтому, конечно, было очень трудно в том плане, что каждое очко имело очень большое значение. Я не могу сказать, что мы чувствовали на себя какое-то особое давление, ну, из-за соперников. Да, скорее давление было в том, что каждая ошибка очень дорого могла стоить. То есть ошибаться было особо нельзя.